В Ярославской области произошла авария на железнодорожном переезде с участием полицейской машины. ЧП случилось на 308-м километре перегона Чобокова-Ваулова Северной железной дороги. За рулем автомобиля УАЗ, который принадлежит Рыбинскому УВД, находился сотрудник отряда милиции особого назначения. Он выехал на переезд, обеспеченный действующей сигнализацией, когда к нему приближался грузовой поезд. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии серьезно никто не пострадал. Водителя ОМОНовца с ссадинами и ушибами доставили в центральную больницу Тутаева, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. В нынешнем году это 6-й случай ДТП на железнодорожных переездах Северной магистрали. В авариях пострадали 5 человек, 3 из них погибли. Такие цифры нам предоставила служба корпоративных коммуникаций Северной железной дороги.